Всем привет, меня зовут Андрей Букараев. Я поступил в университет Калгари в Канаде и обратился за визовой помощью в Global Compass. И вот буквально на прошлом месяце я получил свою визу. Все благодаря Global Compass, так как они помогали с процессом подачи, сбором документов и прочее. И вот на этой неделе, на днях буквально я улетаю в Канаду. Мой личный совет. Выбирайте страны, учитывая ваши возможности, учитывая ваши предпочтения. Но лично я предпочел Global Compass, так как они все облегчили мне процесс здесь. И благодаря им я получил визу и улетаю. О Global Compass я узнал от знакомых, то есть они мне порекомендовали то, что там есть хорошие работники и то, что они качественно вовремя выполняют свою работу. Мне понравилось то, что моменты, где я недопонимаю и не хватает опыта, я в любой момент могу связаться с ними, уточнить, узнать. Но если даже какие-то моменты выпускают, то они обязательно дадут мне об этом знать. Процесс получения канадской визы, то есть сперва, соответственно, подались на визу, все необходимые документы собрали, ждали в течение 5-6 месяцев, и наконец-то на почту приходит уведомление о том, что требует паспортную клетку. И вот после 2-3 недель, как я отправил свой паспорт, я получаю свою визу, то есть вклейку на 4 года студенческую визу.